пользуясь возможностью выступления на ФНТВ, приглашаем школьников 5-11 классов в учебный детский оздоровительный лагерь финансового университета. Лагерь открывается впервые в рамках финансового университета. Он рассчитан на две площадки. Первая площадка в Подмосковье, в учебно-оздоровительном комплексе «Лесное озеро». Вторая площадка на море, в Черногории. Программа состоит из целого ряда мероприятий, в которые входят мастер-классы, тренинги совместно с преподавателями финансового университета, английский язык. Конечно же, мы не забыли про развлекательную часть, от спорта до музыки с танцами. Заявку вы сможете заполнить на официальном сайте финансового университета в разделе «Поступающим», «Профориентация», «Летние лагеря». Звоните, пишите. Мы вас ждем.